Ребята, всем привет! Нахожусь сейчас на МКАДе в Москве. Загрузился в сторону дома. В сторону дома, Екатеринбург. Вот, и если все получится, завтра заеду домой, наверное, на ночь. И с утреца дальше, в Катю. Сейчас у нас четверг, 5 часов. Москва, МКАД. Привычное ему дело стоять в пробках. Заезжал в Елабугу, когда в Елабуге был, заезжал в сервис, сделали ошибку, исправили, убрали ее вообще. Сейчас все ништяк, ошибок нет. Вот эта вот херня желтая, это типа, короче, заменить колодки нужно. Вот это отблюшка, очевидно, другими словами, короче, херня. Не нужная никому херня. Ее у меня тоже нет. Поэтому она горит. Ну и все, остальное все нормально. С АБСом была неисправность. Там заменили два датчика на переднем колесе с правой стороны где-то. Все, все заработало, все ништяк. Вот если вот так вот руль прямо сделать, то машина едет налево. Если вот так вот сделать, то машина едет прямо. Еще одна особенность КамАЗа, я не знаю, что это за херня. Может, кто-то так его настроил и не перенастроил, но я не единственный, у кого-то так. Заехал перекусить, называется. Как всегда, окна все грязные. Коллега вот спереди стоит. У охранника спросил, я говорю, сейчас покушаю и дальше поеду. Да-да, вот за ним вставай, он тоже сейчас покушает и дальше поедет. Вот встал я за ним. Покушал, сходил в туалет, этого все нет и нет, я не знаю, что, когда он собирается ехать. Наш коллега нижегородский. Стою, жду, грею тачку. Надеюсь, поедет. Короче, братульки, давай приезжай. Не достучался я до него. Попросил он того коллегу, тоже нижегородского, выпустить меня, он за мной стоял. Теперь мы тихонечко выезжаем назад. Ладненько. Стучал в кабину ему. Никого там, походу, нет. Давай, роднуля, давай. Сейчас сюда можно выходить. Давай, езжай. Там лишь бы поместиться нам нахер на повороте-то. Там стоп вот этот долбанный, он меня немножко напрягает. И вот эта газелька, походу, нам помешает сейчас. Сам пока. Вот ты шлепок нижегородский, из-за тебя все эти проблемы, блин, козел. Еще проблем не было. Ну, блядь, газелька. Газелька помешает. Ай, блин.
Чё ж ты так, коллега? Чё ж ты так меня подводишь? Коллеги, в кавычках, пришлось по бордюрчику ехать. Немножко чищу. Все боковые рожки помыл, короче. Все сейчас увеличу. Вон, ништяк, красавец, белый горит. Все боковые фонарики, отражатели. С правой стороны видно, нет? Сейчас увеличу. Только немножко на правую сторону заломаюсь, чтобы видно было его. Ой, блин. Передачу уже не поставил, а еду. Красавец горит. Беленький. Все везде сейчас у нас чистенько. И давай пошли, пока господа полицейские не приехали за нами. Сваливаем отсюда. А то стали под знаком движения. Ой, это остановка запрещена. Братан, подвинься ты уж. Владимирская объездная, братва. Владимирскую объездную все, прошли. Едем в сторону Нижнего. До Нижнего 200 километров. Докуда сегодня дойду, пока не знаю. Кофеек выпил. Спать не хочется. Пока еду. Ага, АСР-ка. Скользко. Вот газку даю, АСР-ка включается. К
Когда ABS, повторюсь, у нас неисправно было, вот эта функция не работала. Вот Дзержинск, метанка направо. У нас три лампочки еще горит. Что-то заправляться, наверное, не поеду. На его нахер. Что-то заправлять-то 20 кубов, что ли? Время уже 2:33. Ну все, я думаю, пора вставать на стоянку. Сейчас здесь будет одна стояночка. На нее крутанусь. Часа 4, наверное, посплю и поеду. Вот самые нетерпеливые. Конечно же, надо вот так вот с обочины нас всех обогнать. Третий меня интересует, третий. А вот есть место. О, до хрена место. Все, ништяк. Сейчас сюда встанем. Сейчас развернемся где-нибудь здесь на перекрестке. 2:46, ребята. Приехали на стоянку. Охрана выходит, сейчас меня запишет. Все, и спать. Записывает по дорожной сети. Приехал.
тут они стоят. Подготовили КДМ-ка здесь, ездили, блин. Пошел, 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 ходу, 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 ходу. Переключаться, как шла, так и пусть идет лучше. Ну и он нахрен. Воротов уже почти 2000, ну пускай, пускай. Вот, вот здесь посыпано. Все, ребята, почти забрались, короче. Давай, роднуля. Здесь на подъемчике тоже завис. Поднимаемся, братва, 60. Ага, да, немножко. Как снизу стартанули, АСР-ка горела, пробуксовка атаки, она вот все горит. Периодически кратковременно отключается и снова загорается. Здесь вот посыпано, ковалинец конкретно. Выскова, ну, кстати, вот там вот Выскова надо будет и зайти в один магазин, если сейчас остановиться будет, где там с правой стороны забежим в магазин, посмотрим эту фуру, сыну фуру, ну и дочке что-нибудь там надо будет посмотреть. Сегодня домой заеду с подарками, хотелось заехать. Сейчас посмотрим, ребята. Шестнадцать пятьдесят шесть, ребята, Казань прошел. Гололед закончился у нас примерно после Чебоксар уже, можно сказать, почти что все. Ну, там местами. Вот после Казани и Казанская объездная уже вот вся почти такая была. Сухенькая, отличненькая. Бежим хорошо, на Ирбисе заправились, 200 литров. Метан сразу, шметан, все дела. Все, короче, братва, топчем до дома. Да, мажги. До дома нам примерно еще где-то в районе 250, может, где-то так. Так, все. Мажга, привет, привет. Вот заезжаем на эту стоянку. Здесь будем ночевать. У нас тут, зараза, две сплошные, поэтому нужно будет раскрутиться на перекрестке и вот сюда вот заехать. На этом вот светофорчике. Так, 19 секунд осталось. Нормально.
вернулся. Все, братва, поехали. Все, заворачиваю. Давайте аккуратненько. Сейчас охранник нас встретит. Скажет: Серго, дальнобойщик, очень рад тебя видеть. Наконец-то ты снова в наших краях. Вот сейчас этой Вольвой вместе поставим. Тачку. Сюда вот. И все. Ну, Можга, привет, привет, родная, привет. Добрались мы наконец-то. Сколько сегодня? 700 километров где-то прошли. Да, что, с Дзержинска выехали до Можги. 700 километров, грубо говоря. А, сейчас сюда вот рядом вот с той первой машинкой встать. Башнефть, куплю топливо. Башнефть, продам топливо. Так, ровненько, ровненько. Так вот немножко. И кому тут надо нафиг ровненько смотреть? Не ровненько стоит. Не, надо зеркалами немножко поравняться. Будет лучше, красивей. И еще немножко. Оп, стоп. Все. Ручник. Фары. Ну все, братва. Приехали. Можгу. Все, сейчас собираем вещи, едем домой на такси. Завтра в районе обеда выскакиваю. И погнали дальше. Надо будет ехать в Екатеринбург на выгрузку. Вот. Ладно. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Будет много чего интересного. Пока-пока.